Привет, бойцы! Собрал для вас сегодня высказывания Мачиды и Дэвиса об их бою, а также слова Немкова о будущем сопернике. Напомню, что битва между Мачидой и Дэвисом пройдет в эту субботу, и у нас на канале, конечно же, будет небольшой обзор. А пока ставь лайк и погнали! Лиота Мачида, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Конечно, он попытается сбить меня с ног, потому что ему нравится набирать очки, ему нравится контролировать ход боя, но это моя работа, моя задача не дать ему драться, вот и все. Фил Дэвис, бывший чемпион Беллатор в полутяжелом весе. Столько времени прошло, настоящего реванша не будет, ведь он уже не тот. Да и я совсем другой боец, не тот, с которым он дрался в прошлый раз. Он просто еще один парень, еще один великий боец. Это еще один хороший бой. Слушайте, он легенда спорта. Ты пользуешься любой возможностью, чтобы биться с такими большими именами в ММА. Вадим Немков, чемпион Беллатор в полутяжелом весе. Хочу драться с победителем пары Мачида Дэвис. Думаю, Кори Андерсону надо сначала провести один бой, прежде чем претендовать на титул. Но я буду драться с любым, кого даст Беллатор. Лаконично и понятно. Что ж, посмотрим, кто выйдет победителем в субботу. Подпишись, чтобы не пропустить обзор боя. Пока.